В Твери подвели итоги конкурса пейзажа памяти народного художника СССР, уроженца Верхневолжья Ефрема Зверькова. Его география постоянно расширяется, и все больше муниципалитетов присылают работы своих юных дарований. Лишь несколько из них жюри традиционно называют победителями. Сколько их было на сей раз, рассказывает корреспондент Роман Быков. В 2006 году проведение этого конкурса инициировал народный художник Советского Союза Ефрем Иванович Зверьков. Сначала в нем участвовали только студенты Венециановского училища. Теперь же за победу борются воспитанники еще и художественных школ, а также обучающиеся Тверского госуниверситета. Главный критерий – это должна быть пленэрная академическая живопись, а попросту говоря, пейзаж. В нашей стране, в Российской Федерации, сохранилась самая лучшая академическая школа. И вот этой академической школе, особенно вот в 90-е годы, стали приезжать учиться очень многие художники. География конкурса постоянно расширяется. На этот раз работы пришли из всех районов области. Организаторы считают особенно важным, что среди участников даже есть небольшие муниципалитеты. Например, Лихославль. На выставке, которую вот вы видите здесь, в наших залах, представлены более 5 работ из этого маленького района. Это говорит о том, что конкурс набирает силу, что конкурс является популярным, и конкурс будет продолжаться. Традиционно жюри, состоящее из профессиональных художников и искусствоведов, определяло обладателей 5 первых, 5 вторых и 5 третьих мест. В этом году, после долгих обсуждений, члены комиссии сошлись на том, что лучших будет лишь 4. Среди них ржевитянка Юлия Антонова, стиль работы которой несколько отличается от того, что принято называть академической живописью. Это линогравюра. Это вырезает с резцом по линолеуму. Это церковь новомучеников из моего города. Это пейзаж. Это Москва-река, центр Москвы. Обладатели 1-х мест получили денежные премии, а еще подарки – сладкие и профессиональные. Кисти, мольберты, краски, палитры. Без наград не остались и те, кто занял 2-е и 3-е строчки. Но самое главное – это признание членов жюри, которые отмечали заметный рост профессионализма. И не только. Пишут с душой. Пусть шероховатости, как говорят наши члены жюри, да, вот здесь что-то не доделали, вот здесь не прописали, это нормально. Для 12-13-летнего ребенка это хорошо. Самое главное, потому что у них есть, это у них есть талант, и у них есть душа в этих картинах. Лучшие работы участников конкурса выставлены в галерее имени Зверькова. В течение 10 дней их смогут лицезреть посетители пинакотеки, у которых будет возможность сравнить, насколько юные художники приблизились к уровню полотен Ефрема Ивановича, выставленных в соседних залах.